Матис наберет 3 очка. А что, попробовать что-то новое? Ну, возможно, другие сочетания, да? Почему бы и нет? А вот как разыграли, здорово. И Мамадиев ценой травмы забивает гол. Ну, надеемся, что травма несерьезная. Держится за лицо. Ну, больно ему, конечно, очень неприятно все это получилось. Тем не менее, мяч летел в ворота. Это счет уже... По-моему, Пейман сыграл очень-очень-очень опасно в этом моменте. Ногами полетел. А, и попал по лицу, вот уже приземляясь. Ну, они любят, да, что иранцы, что арабы вот так выбегать. Да, бросился ногами, уже даже не обращал внимания на то, что там лежит Мамадиев.